По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 23 января ночью и днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночная температура воздуха -41, -43 градуса, дневная 30-32 градуса мороза. 24 января без осадков, местами дымка. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура ночью -32, -37, местами до -45 градусов. Днем -27, -30. 25 января без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура ночью -30, -35. Днем -25, -30. Местами до -35 градусов. Какой автомобиль лучше всего подходит для зимней погоды? Chevrolet Niva в автосалоне «Авто-1». Создана для зимы, создана для России. Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Внимание! Внедорожник Chevrolet Niva в рассрочку на 3 года, 0% годовых. Отличное предложение. Автосалон «Авто-1». Академгородок, улица Русская, 48. 330-0303. 330-0303.